Всем привет, всем здрасте. Привезли коров и попросили приехать нас посмотреть. Поехали смотреть. Первым делом я покормила чужую скотину. Вот смотрите, справа, которая должна отелиться во второй раз, слева, которая стельная тёлочка. Вот, с рожками, у которой есть вымя. И живот такой хороший. Я думаю, что месяца через 3, ну максимум 4, она должна отелиться. Вот. А их привозят откуда-то. И на мой вопрос, когда должна она отелиться, он отвечает, что... Ну, тот хозяин, у которого они взяли, сказали, что она гуляла пару месяцев назад. Но это неправда, потому что там живот хороший, вымя уже такое. Вот. Ну, поехали, покормили. Ну, какая порода, человек не знает. И самое интересное, что он мне говорит, была, не знаю, что за корова из нее выйдет, но говорит, была бы хорошая, ее бы, наверное, не продавали. Убил меня своим ответом, конечно. Вот, переходим, значит, в отсек, где бычки, то есть то, что от них осталось. Конечно же, тут же я взялась покормить и этих. Так, хорошенько кинула им. Вот, от души прям. Не жалко мне было, потому что скотина стоит голодная. А самое интересное, там только номер телефона висит и все. Вот слева, которая с краю, вот с коричневой этой головой, это абердин ангус и смесь. Абердин ангус и смесь. В тот раз мы ездили, не значит, его не отдали. Попросил за него очень дорого, и мы купили бодьку. А и на этот раз что-то у меня прям глаз не могу отвести от него. Спросила, за сколько он отдаст. И нам по очень хорошей цене продавец уступил. Вчера вечером нам его привезли, и он благополучно обустроился в нашем сарае. Вот. Больше, значит, места в нашем сарае для бычка нету. Будем кормить, значит, то, что есть. Всем пока!